снимать опять. Нас снимаю. Ты нас снимаешь в камеру опять, что ли? Да. Мы в ТикТоке, что ли, опять? В каком ТикТоке? А, ты хочешь в ТикТоке? Нет, не хочу я в ТикТоке. Всем привет. Сегодня выходной. И Пашка меня зовет в магазин. Прогуляться надо маленько. Прогуляться. Нет, во-первых, зайти много, тебе потом надо в магнит там по делам зайти еще. Купить. Кое-чем. Сегодня уже пролетал снег. Уже это снег второй уже раз у нас снег в Сибири. Еще рановато, но скоро ляжет. Значит, что? За перчатками Пашка зовет меня. И себе он кофту хочет купить. Ой, да тебе перчатки надо взять или шапку? Что ты хочешь там? Выбежи, что ты будешь? Ты возьми вообще, что ты пальцем? Пойдем прогуляемся на систему, да? Через магниты домой. Аня еще спит. Она говорит, все, на каникулы пошла. Хорошо, кстати, что у нее по математике? Четвертка вышла, это вообще. Вообще, с моей погодой испортилась. Погода испортилась, да. Смотрите, какая туча у нас. Интересно, как будто дым, да, какой-то? Или это пожар какой-то. Смотрите. Иду. Видишь? Ну, смотри, как будто дым черный идет. Видел, да? Да вот. Ты видишь, черный дым. Ну, ничего, пошли. Снег не пошли. Вот да. Скажи, плюс 2 градуса сегодня. Плюс 2 градуса. Ну, не больше. Еще не отец ветерок. Я на шапку аж капюшон надел. Ну, а что? Пашка тоже на кепку. Не жарко, блин. Но я бы не сказала, что так много народу двигалось. Нет, видишь, народ. Сердце города. Выходной день. У меня аж руки прям замерзли. Я не стал говорить перчатки. Ладно. Так, поможем. Идем, мы же недолго туда едем. Это где одел? Это где кофты красивые? Вячеслав, вот это с моим. А. Вот это кофта и вот это жилетка. Почем? Вот жилетка 30-ка стоит, и кофта там что-то 19. Это тот одел, который красивый. Пойдем дальше. Это они у них внизу еще одел, который это. Слава как смоется, одолевающим понравилось. Если на короткий не надо ему. А вот такой почем у вас? 23. Он короткий. Вот это лент. Вот это я с меховухой смотрела. Девушка, а вот этот почем? 24. Хороший, хороший. Да это не смоется. Замечательно. Мне понравились сразу они вот. Да это я заметила. А, да. Просто я уже. 4, 2, потому что. Здесь так я говорю 24. Ну, подожди, да, но это уже не пуховики. Ты будешь мерить? Ну почему? Ну только под линей, которая только смотри. Я потоньше, только он теплый. Почему он? 24? Нет. Ну, мне кажется, коротковатый. Почему? Нормально. Это какой размер меряешь? 54? 56, что ли? Это на верблюже, да? Наверное. Идет. Не, ну я-то кофту теплую, но и под... Вообще нормально. Нормально? Да. Ну, слушай, ждите меня оттуда. Я привычка. Ну, что будет золото? Да ну, золото я успею сделать, я учу на холоду. До середины месяца, нахуй, следующий. Фу, ебать, блин. Что париться-то? Не надо, ты что? Ну, да, руководитель. Если бы меня лежали, я бы сейчас сразу взял.
Ладно, пуховики везде есть, в принципе. Я сейчас могу на майку померить. Свои десятки пуховики. А 40 тысяч? 40 тысяч. Здесь пуховики? Вон он, вот такой. Вот это сколько стоит кофта? 6 рублей. Вот это 6? Да, а вот охренеть. Это 5900. 6,5900 нормально. Да, нормальные вещи, что-то, блядь. Взял, я пуховик не успел, это мойте фирмы. Это разве мокро? Мне кажется, это какое-то. Все, тихо. Это вещи, я же могу на голову тело одеть. Майка там, черт знает. Вот ты такие любишь. Я вообще люблю. Славка тоже не взял. Я нет, замка. А Славка не купил? А Славка, ну я там. Славка, блядь, Славка купил где-то в политике. Я завел вот это. А это второе. Не, мне кажется, та интереснее. Та интереснее? Ну. Нет. Та, да? Та, однозначно. А это вся уже скидка? Нет, ну это не вся скидка. Они были, по-моему, посмотри, 50 новые, сколько стоит. А что, по 12? Да, больше есть, 18. Вон, посмотрите. Кофточка 18 тысяч, офигеть. А вон они все, там 24 есть. Ну-ка еще раз померь, а есть поменьше, нет? Зачем? Нет, поменьше, мне кажется, не надо. Здесь, ну, посмотри, четверка тоже. Где написано Excel? Посмотри, посмотри. Вот ценник был ее. 10 900, сейчас 5 500. Сколько? Где ценник? Зависит это. Че, кто? Размер 4 XL. Ну, вот еще вот. Раз ту померяй. Мне кажется, это больше лучше. Вон, аман. Не, а меньше зачем? Ну. Ну что, какая лучше? Вот это. На расцветке. Я думал, ты вот вас выработал никто. Ну, вы обрадали. А мы медленно? Нет, она просто была, она я как могла быть маленькая. 3XL? Я да. Не мерил. Они мало мерят. Короче, пуховичок вот такой себе приглядел, посмотрела. 64 900. Видите, 54 900. Посмотрите, прикольно, мягенький. 150 евро, Лен, говорит, стоит примерно. Короче, ему купили. Мне перчатки облом. Пока не хватило денег. Не, все с собой сумму не стали. А мы брать. Сумму не брали с собой всю. Вот. Просто я. Я говорю, НЗ надо оставить. Ладно, ладно, оставим до следующего. Он говорит, сколько мне еще? Он говорит, 7 тысяч, говорит, мне хватит. Типа на джинсы, ремень. Перчатки, ремень и шапку. Я говорю, ага, ты что, офигел, что ли? Я только одну. Он говорит, не наглей. Я говорю, только одну вещь только, почти 7. Да, да. Ну я же скажу. А ты мне хочешь 4. Ты что, нам не экономишь, что ли? Это просто по скидке большой. Ты офигел вообще. 5% скидки было, Лена. Да я взял эту вещь, потому что она со скидкой, ты сама видела, сколько она стоила. Со скидкой, блин. А ты мне что хочешь, с какой скидкой тогда взять? Ладно, все, что ты начинаешь сразу. Офигел. Завязывай, что ты. Мне только это, ну, для укрепления ногтей за 160 рублей. Ну ладно, купим что-то джинсы и перчатки, пойдем возьмем сразу. Что ты начинаешь? А, правильно поджучили. Пошли. А ремень? Ремень потом выберем. Ты еще не выбрал ремень там нигде. Не смотрел нигде его. Я тебе говорил. Перчатки мы знаем теперь, что я знаю, какие цены. Боже мой, 2,5-700 рублей стоит. Ну, ну и джинсы также, блядь, считай, 2,5. Мы еще продуктовые зашли, как всегда. Анют! И знаете, что я купила? То, что я хотела. Вот такие вот сейчас продаются фрукты фейхуа. Давай. Вот. Вот смотрите, я уже помыла ягодку. Сейчас. Мне интересно. Она говорит, по вкусу. Короче, не знаю, как она по вкусу. А в ней много йода. Вот так выглядит. Немножко внутри кисловатый. Интересный такой вкус. Ну, немножко кисловатый, не знаю. Ну, говорит, полезно. Ну, взяла, короче, немножко. Вот нас вот столько ягод. Анют, я тебя обманул, знаешь, что? Так, 110 грамм на 24,20. Вот здесь мы потратили на 1000 рублей. Сегодня у нас затраты, получается, Пашкина кофта 6,750. И, ну, вот это продуктов на 1000. Да, на 1000 у нас ушло. А, плюс пиво там еще. Шампанское 285. Я вот эту маленькую шампусика взяла. 85 рублей.
Все? Все заставлено, все заставлено. Караул. А, надо убрать. Как, давай убьем. На, убили в этот, в холодильник. Еще, знаете, кишью было по акции. 385 рублей за килограмм. 124 грамма на 47 рублей. Короче, взяла кишью. И арахис вообще прям дешевый. 109 рублей за килограмм на 14 рублей. 128 грамм. Так, еще знаете, что взяли? Короче, такие вкусные конфетки. Это вот тоже такие. Золотлив. Инжир в шоколаде. Кремлина. Так, получается... 309 рублей на них была акция. 222 грамма. Здесь получается 6 штучек на 68 рублей. И вот такие вот вкусные тоже. Тоже кремлин, чернослив в шоколаде. Эти без скидки были. 469 рублей за килограмм. 208 грамм. Тоже 6 штучек взяли на 97 рублей. Ну, кофе вообще вкусненько. Вот такие вот вкусные. Да, птизанки. Такие большие, да. Так, еще вкусненький вот такой хурма. Сейчас тоже у них 99 рублей за килограмм взяла. И вот такой чай я брала с добрым утром. И сейчас он увидела по скидке, шел 44 рубля. Это добрый вечер. Восстанавливающий тоже с травами. Вот эта фирма. Тот у меня уже просто заканчивается. Вот так вот. Там щелкаешь. Это что за рыба какой-то? Плотва. Это сюда. А, ну еще вот таких конфеток взяли, тоже мягеньких, суфаэль. Ну, они без скидки были. 3 штучки на 34 рубля. Сливки взяла, сейчас буду красные. Принципе, холодная будет, нормально. Давайте говорю. Берут такой, да, Лен? Да. Вот, и я сейчас буду, знаете, что делать? Взяла сливки специально, рыбку от разморозила, да, кежуч. Тут еще немножко этих убирала кости. Солили. Сейчас у меня даже, да, когда солила. А где вот эта приправа? Вот она. Вот с этой буду приправы. Там написано, что сливки надо добавлять. Да, все, она уже тут такие большие куски. И вот такие вот сливки взяла. Да, еще я сегодня вот такие себе взяла для ногтей укрепляющие. 163 рубля. Укрепитель с кальцием. Для ногтей, чтобы, ну, как не слоились, защищались. Сейчас. Вот так вот выглядит. Сейчас пока ногти не крашу. Короче, вот так вот буду красить. И для аквариума опять от черной бороды взяли. Опять черные такие точки лохматые появились. Вот. Не знаю, на что это действует. Наверное, может, перекармливаешь? Нет? Еда, пища остается. И поэтому появляется черная борода. Ну, я лучше кидаю, ты же видел, не полный за желудку. Вот. Кидаю. Ты сегодня что, еще тратил деньги, нет? Ты что? Где я тратил деньги? Что-то покупал? Покупал, так с собой магните. Нет, помимо. А, ну утром с карты 300 рублей списывал. Понятно. Картошку, лук брал, что там я брал? Ты же поняла, что я брал? Шоколад. Угу. Короче, дофига. Хлеб. Потратили. Ну, да, покупать ничего не будет. Да. Сейчас считаю. Расходы. Быстрее. Расходы очень много, большие. Вот, короче, сегодня мы потратили 8 400 30, наверное. Вообще, блин. Вот так. Все копил, копил. 2 года копил. Рассказывал. Да, да, да. Не знаю, что купить и купил. Ты-то знаешь, куда деньги применить. Не, ну я копил, ты сама знаешь, я копил, когда мне было еще в 8 классе учился. Да, да. С того времени копил. А мне уже сейчас уже. О, слушай. 172 года. Я думала, он так высохло быстро. Да, дочь. Анечка! Короче, вот такую кофту себе Пашка как отец прикупил. Всему мало.
хлопок. И пока получается Стамбул производства. Вот так вот все сделано. Ну ничего, да, вот смотрелось, наверное, прикольно. Я думаю, что это долго, это будет его любимая вещь. Он такие вещи любит. Короче, все молодится. А я в пролете опять. Пообещала на следующие выходные. Инку Судакову. Инку Судакову. Короче, я у меня как тут раз сготовилась. Сготовилась вот так вот. Очень вкусно. Вот так. Будем пробовать потом. Ням-ням. Кирюха. Какая красота. Да, она вкусная. Да, да, да. Вкусненько. Аня. Так все аппетитно. Кого хочешь?